Следующие ребята из Кыргызстана точно удивят и заставят полюбить их еще больше. Show Dance Crew! Знаешь, что сценический ваш образ прям задумано под ваш танец, все прям грамотно, аккуратно, красиво. Молодцы, мне очень понравилась постановка, подобранная музыка. Супер. Сейчас мы каждый день тренировались, чтобы перед тем, как сюда приехать, каждый день с утра до ночи бывало, оставались там. В этот раз уже начали ходить, чтобы бегать, чтобы ноги сильнее были. Они выходят на сцену, это уже работает как единый организм, и на это любо смотреть, и это очень красиво и высокопрофессионально. Уже слово «Got Talent» уже говорит, уже многое чего говорит, потому что мы идем совсем в другой мир. Мы направились, мы должны это сделать, должны сделать, так что выберите нас. Финал, финал, потом дальше финал. Судьи, вам понравился номер? Супер! Супер! Круто! Да, молодцы! Ну вот, судя по тому, как аплодируют зрители, наверное, это самый высший показатель того, что как они работали на сцене. Максат, дорогой мой, вот что значит быть хорошим руководителем, да? Когда команда работает как единый организм. Девчонки молодцы. Было очень круто, весело. Прямо... Ой, прямо вижу вас в гранд-финале. Хотелось бы. Но у вас есть еще конкуренты. Посмотрим. Спасибо вам огромное. Увидимся буквально через минут пять. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь,
Конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.